Тихи, там на улице неприметненькой жил советский разведчик Штирлиц-то. Сам мужчина он был хорошенький, к нему женщины так и клеились, а он ласковый их так к выходу, потому что любил только родину. А задача его была трудная, обмануть он был должен Мюллера, Шелленберга запутать с Борманом, чтобы те запутали Гитлера. А радистка, она ведь женщина, как давай рожать она мальчика. А он первый был, тяжело пошел. Она все пароли и крикнула. Тут бы всем конец. Да не сдался он, сам спокойный и убедительный. От фашистских нянечек спас ее, но не спас от Хельмута с Барбарой. А не мальчика-то, раздетого, у окошка пытали холодом, а с другого окошка камушком выпадал профессор рассеянный. И на сереньком чемоданчике отпечатки нашли советские. Мюллер так-то был не из добреньких, но тут совсем распоясался. Он в глухой подвал посадил его и заставил спички раскладывать, а сам в дырочку стал подсматривать, не разложит ли он слово «Родина». Тут бы всем конец, да не сдался он. Сам спокойный и убедительный, доказал им всем, что он не шпион, а они болваны фашистские. И идет он по коридорчику, ему честь отдают охранники, видят все, что Максим Максимович, да арестовать руки коротки. И плывет над ним сизо облако, беломора дымок ядреного, и слезятся глаза фашистские, и не видят, что он в Буденовке. Просто русский народ издавна любит былины. Да. И мы, да, тоже. Сейчас я что хочу рассказать немного о себе. Дело в том, что я озвучиваю очень много мультфильмов, поэтому сейчас будете петь со мной. Почти, чуть-чуть. Тональность называется соль. Да. Вино? Нет, это чернобурка. Я не знаю. Вот когда мне задают вопросы про тональности, мажор или минор, это оскорбляет мои чувства. Мне 4, скоро 7 будет, брату Юрки. Надоели нам совсем кубики и жмурки. Каравай, мой каравай, надоел тем более. В парикмахера вдавай. Вот ты, который в голубой рубашечке, у тебя прическа красивая. Поиграем, что ли? Будешь играть? Что-то он не согласен. Будешь? Эта вот игра как раз подойдет нам прямо, ведь заправдушный у нас парикмахер мама. Так в отсутствии ее со своим братишкой занялись, а мы вдвоем пур... Это сейчас слово забыла. Такая стрижка на П. Не на Х, не на Б, на П. Как она называется? Перма... Во, молодец. Пермаментской стрижкой. Стрижка чудная была, посудите сами. Когда мамочка пришла, я не ты сказала маме. Мама, похвали меня и, конечно, Юрку. Глянь, как с ним постригла я твою чернобурку. Спасибо. Однажды на концерте я поняла, что дети не знают, что такое чернобурка, и решила спросить варианты. Варианты просто были поразительные. В основном все говорили, что это лошадка, ну потому что чернобурка, вещи, окаурка, это понятно. Вот. Но один человек, один ребенок сказал, что это домохозяйка. Мне кажется, прекрасно. Да. Да? Мне звонят, скажите, что меня нет.
Сейчас прозвучит прекрасная песня Дмитрия Курилова. Он вообще большой оптимист. Песня называется «Маньяк». Саша Тюрин был парень хороший, ни подлец, ни наглец, ни дурак. Но была у него одна странность, был наш Саша серийный маньяк. И не то, чтобы он баб ненавидел, он, напротив, их сильно любил. И от этой невиданной страсти Саша 25 женщин убил. Танец. Чего, давайте танцуем. Вот бывало гуляет он лесом, видит, женщина курит в лесу. Саша сразу хватает свой ножик и рубает ее в колбасу. Иль бывало гуляет он парком, видит, дама шампанское пьет. Саша скрыть возмущение не может и не хочет, а даму пришьет. Танец! Но недолго там музыка длилась, встретил смерть свою в 20 лет. Не успел Саша выхватить ножик, как достала она пистолет. И сказала ему, усмехнувшись: «Все, не будешь ты больше гулять». И не то чтобы его не взлюбила, просто очень любила стрелять. Есть могилка в лесу под Смоленском, круглый год постоянно в цветах. Все забыли, что был он маньяком, сразу вспомнили, что сирота. Ну а сирот у нас все жалеют, как увидят, им хлеба дают. Лишь мужья тех замученных женщин на могилку ту молча плюют. Напоследок должна я сказать вам, не могу не сказать вам о том. Не гуляйте вы, женщины, лесом, потому что ведь мало ли что. Дело в том, что я родом из Челябинска. Челябинск – город курортный. Находится на Южном Урале. Вот, понимаете, там, несмотря на то, что город южный, довольно прохладно. И, короче, поэтому гласные у челябинских чуваков и девчонок, они короткие такие. Быстро сказал, все в подъезд. А там сидит Галка Хомчик и играет на восьмеру на гитаре. Ну так, обычно так, челябинский. Я не знаю, как там. Короче, я из Ленинского района, Ленинский район — сила. Ну все, песня, значит. Песня про Челябинск, почти. А на второй советской жил парнишка, а он носил железные очки. А никогда не расставался с умной книжкой, а думы его были высоки. А на углу Горохова и Щурса девочка красивая жила. Шарфики носила с длинным ворсом, туфельки, каблук и все дела. Я не знаю, как оно случилось, а мне Партвин всю память загубил. В общем, девочка в парнишку хоп влюбилась, а он ее в ответ гыть полюбил. Ах, каких размеров было счастье двух красивых молодых людей. А но судьба пришла к ним и сказала: «Здрасте!» и закрутила их без бигудей. Дело в том, что девочкин папаша с мальчиковым папой был знаком. Ух, широка моя страна родная, Раша, но встретилась морда с кулаком. Дело в том, что был один судьёю, а второй на зоне тарахтил. Ой, простите, люди, мне я слёз своих не скрою. В общем, этот посадил, а этот сел.
делать. И за место марша Мендельсона зазвучал шопеновский мотив. С тихим грустным звоном похоронным вдруг закрылись двери перспектив. Девочка хотела отравиться, организм таблетки не принял. Мальчик на ее колготках думал удавиться. Порвались, зря лишь только снял. Девочка хотела утопиться, но в реке дежурил водолаз. Мальчик из чего-то там пытался застрелиться, промахнулся 28 раз. Так и продолжается поныне. Он седой, седая вся она. То его сосед из петли вынет, а то ее поймают из окна. Господи, да что же мы за люди, а? Почему так долго помним зло? Почему детей овечек губит, а прошлое родителей козлов? Я петух, в хорошем смысле слова. Разбудить хочу ваши сердца. А пусть умрет обида и не родится снова. Все, я спела песню до конца. И еще раз. А пусть умрет обида и не родится снова. Все, я спела в натуре песню до конца. Галина Комчик, восьмера на гитаре. Спасибо. Сейчас прозвучит еще одна оптимистическая песня Дмитрия Курилова. Вы уже помните «Маньяка», да? Тональность ля. Эта песня остросоциальная. Я надеюсь, что вы поймете меня. Я тряпка половая, ползу, едва живая, по полу, от паркетинки к паркетинке. Ух, я сделана из хлопка, но так нерасторопно. А может, дело все в плохом маркетинге? А раньше я бывала роскошным покрывалом, почти что каждый вечер с новым пленником. Ох, теперь меня шпыняют, и это что-то ноги вытирают, и спать кладут с каким-то драным веником. Но снится мне ночами, что я легка, как тюль, как паруса в предчувствии мистраля. А утром мнет мой профиль и гасит мой июль жестокая домохозяйка Галя. Кому вот это надо, а? Корячась до упаду, по всем углам стираем пыль презренную. На пару с этой Галей уют мы воссоздали, и блеск, и чистота на всю вселенную. А вечером приходит подвыпивший супруг с одной и той же шуткой, думаете, какой? Гутен морген. Усталая хозяйка с тоской глядит вокруг, берет меня и бьет ему по морде. И я, касаясь страстно небритого лица, гляжу в глаза причудливо косые. Вот так вот любят бабы супругой стервеца проклятый половой вопрос России.
И последняя. Мы укладываемся в 20 минут, да? Укладываемся. Последняя песня называется «Танго для умных женщин». Парадоксальное название, я не спорю, но тем не менее. Раиса Нур. Я-то... Да? Я-то знала. Это мне высоко. И да, да. Я-то знала, любовь убегает по лунным дорожкам. Не удержит любовь обручальных колец кружева. Я любила тебя, я в любви не была осторожна. И на счастье имела законной супруги права. Сколько раз я слыхала, в романах читала об этом. Но теперь только словно очнулась от сладкого сна. Вот и время настало воспользоваться тет-а-тетом. Не смотрит на меня. Ну, любимый мой муж, не молчи, говори, кто она? Будет трудно, но я дам отбой рукопашному зуду. Хоть и слышится звон разбиваемых брачных оков, за неверность свою ты, любимый, подаришь мне, девочке? Слышу. Шубу, милый мой, из-за невиданных доселе мехов запахнуся в нее, перед зеркалом я разрыдаюсь. Прокляну белый свет и скурю два ведра сигарет. И купаясь в несчастье своем, ненароком сознаюсь. Дорогостоящий мех, жаркое, освежает скандальный сюжет. Еще 5 минут. Облака. Сейчас отпустите наверняка. Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката, облака из неведомой страны к нам летят и опять спешат куда-то. А облака белогривые лошадки, молодцы! А облака, эх, ма, что вы мчитесь без оглядки? Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас 3 раза. Облака, пойте, пойте, мы помчимся в заоблачную даль. Мимо гаснущих звезд на небосклоне к нам неслышно опустится звезда, и ромашкой останется в ладони. А облака, белогривые лошадки, молодцы! Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас, облака. Не смотрите вы, пожалуйста, чтобы никаких дождей, а свысока, а по небу прокатите нас и все тут, облака, облака. Облака. Облака.
просьбе публики еще одна песня. И в воскресенье они участвуют в концерте веселых песен и случайных связей. Я вообще веселых песен-то не пою. Я знаю. Поэтому туда и поставили специально. Должен же кто-то грустно пить на веселом концерте. А, плакать! Обидел. Да. Обидел, вот такая там. Но дело в том, что эту песню я обычно пою голосом. Но она сценарист, она актриса, она женщина, которая красит губы только красной помадой. И это правильно. Да, вальс, можно танцевать. Давай. Обидел. Уходил на работу. Меня поцеловал. Ужасно холодно. Наверное, совсем. Меня не любишь. Обидел. Меня, девочки, плакать. Буду плакать. Я чуткая. А ты? А нет, нет, мой организм обезвоженный. Ты за судьбу мою встревоженный. Плакать. Буду плакать. Вот сейчас, вот сейчас. Обидел. Ты такой невнимательный. Я спросила, как я выгляжу. Ты сказал, нормально. И вот я лежу раздетая, а ты сидишь с газетой. Обидел. Меня, девочки, вы запомнили? И плакать. Буду плакать. Я чуткая, а ты какой-то прагматичный. Ты все выделываешься. Ты скоро довыделываешься. Плакать, что ты знал. Теперь соло наше женское. Это плакать, буду плакать. И любимая наша Галина Хомчик, Лариса Брохман. На этой радостной ноте все объявляется перерыв. Мы встречаемся с вами.